Нашли ролики. И Привет! оказалось, что они на нас еще не маленькие. И любимую куклу Пиколу. А сейчас Кирюха решает, на чем она поедет кататься, на велосипеде или на роликах. Можем на роликах доехать к папе, да. Переодеть кроссовки и поехать на велосипеде. Да? Да. У нас все договорились. И засчитать. И что? Засчитать. Обязательно. У меня есть перчатки, они велосипедные. Обязательно оденем. Какие у тебя перчатки? Покажи. Вот такие, папа мне. Я вообще маму так купила. Крутые вообще вот перчатки велосипедные, классные. Тут же кожа, кстати. И тут, чтоб... И тут кожа. А это чтобы да, звонить телефона. Можно было? Телефон отключался. Сдену и вам покажу. Она до сих пор поет. Слышно даже. Пикола? Ага. Не Пикола, а Алиса. Да, кстати, вот это вот самая первая кукла Кирина. Чиковская кукла. Боже, безумно дорогая. Такую куклу дорогущую купили. Но она такая милая. Слышите? Почему? Играет мелодию. Почему? А еще светится, только сейчас просто не видно. А я вижу, как она светится. Ну что, одела? Нет, сейчас. Чуть-чуть, папа, не мой размерчик чуть-чуть маловато. Ну ничего, вот перчаточка так. Класс. Тут даже кожа настоящая. Круто. Ну, поехала. Посмотрите, тут кожа, знаете, зачем? Чтобы там под кожей еще мягко, чтобы падать не больно было. И эта кожа зачем? Знаете, зачем? Знаете, зачем? Чтобы за руль хорошо держалась и не скользила. Вот. Поехали. Вы посмотрите, в каком виде Кира собралась завтракать. Это я ехала, одевалась, а потом приехала. Ну, приятного аппетита, милая. Спать. Давай. О, боже. А если была защита для позвоночника? Для позвоночника защита, но тогда ты как робот ходила бы. Все, наконец-то вышли. У меня сердце ёкает, когда ты так ездишь, Кирюха. Что? Говорю, сердце ёкает, когда ты так ездишь. Давай, давай. Все закончилось, кривая дорога. Все? Думаю. Да, закончилось. Кататься, конечно, негде совершенно. Но кое-как получается. Решили с Кирюшкой еще немножко покататься, чтобы она уже на роликах откаталась, и потом за велосипедом пойдем. Ага. Мама, а ты умеешь усыплять животных? Животных разных. Каким образом усыплять? Гипнозом? А как? Вот так умеешь? Нет, не умею. Я умею. Да ты фокусник? Нет. Мама, из-за этой педали я за это могу так делать, а это не могу. Ну, потому что там же тормоз. Ну что, едешь кататься? Да. А ты знаешь, как их усыпить? Как? Надо спеть песенку колыбельную, например. Например, можно любую песенку. Гладь по животу и по груди. Не знала. Теперь я буду знать. Я шаль. И закрыла глаза и одела, чтобы она поняла, была темнота. Так легче. Там девочка, она усыпила птичку. И даже рака.
пойдем на велосипедом. Сейчас я буду на велосипеде кататься. Пойдем с вами. Поедем с вами. Ну, кто идет, кто едет. Я еду, вы уже идете или сидите. За компьютером, за телефоном, за планшетом. Так что, едем менять транспорт? Да. Поехали. Ну что, приехали? Переодевание происходит. Сейчас возьмем вот наш велик. И снимем флисовую кофту. А куда же ты одела перчатки? Сначала надо было кофту снять. Ты не сказала. А ты не думаешь, да? Все, что мама говорит, все делаешь. Какая ты послушная дочка сегодня. Давай, переодевайся. Пойдем в парк. В наш. Поехали. Молодец. Фух, я уже накаталась. Я хочу домой, мне нужно. Поехали. Я уже устала с этими колясками. Ребята, я собираюсь к бабушке, а мне не помещается Сёма. А мама не разрешает ему в эту сумку, потому что... Потому что ты как... Как будто, я не знаю, как будто на целый месяц уезжаешь, зайка. На самом деле едем-то на день рождения на пару часиков, и потом домой вернемся. А ты набираешь целые клумаки. Говорю, возьми один свой рюкзачок синий, положи туда блокнотик, расческу, там, я не знаю, духи, ручку, и все. Зачем ты берешь с собой еще целую кипу игрушек? Тогда бери одного Сёму. Ну бери тогда рюкзак и все. В рюкзаке ж ничего нету, пусто там. Что не помещается, он тогда не закроется. Он тогда не закрывается, понимаешь? Что понимаю? Он тогда не закрывается. Кто? Рюкзак. Это тоже все надо в рюкзак положить, да? Да, еще маленькую расчесочку. А там уже женские штучки всегда под рукой, чтобы были. Раз, два, три. Я беру лошадку. Расческу, зеркальце, помадку с вишневым вкусом, кисточка, кулечка, чтобы она не загрязнилась, потому что она сюда не помещается. Потом две ручки, вторая запасная, чтоб одна расписалась, уже не может писать, я другую взяла. Потом браслетик, который я сейчас сделаю. Это мое колечко. Вот. Лак. Еще один уже в рюкзаке. Мой любимый. Мои подписчики мне подарили такого пивника. Ой, свинский. Можно на дискотеку взять. А это что такое? Это блеск для тела. А это?
это моя удочка, я одну потеряла. Махала-махала, чичала, и она выпала. И это ты все с собой берешь? Да. А в рюкзаке что? Зошиты. Вот. Зошиты и блокнот этот, который я сейчас хочу высунуть. Блокнот Monster High. Вот. Вот зошит про Кирова. Угу, еще куча зошитов. Ну это я бы взяла бы, но представляю, что мне не поместится. Вот это и это не поместится? А Сёма, ты тоже в рюкзак хочешь запихнуть? Под руку. Ну так под руку тогда поместится все. Просто я знаю, что ты всегда, когда понабираешь себе кучу всего, ты потом это все не используешь. Давай проверим, поместится или нет. Давай. Слышишь, а почему ты не возьмешь вот для вот этих всех своих вещей косметичку? У тебя, у бедного ребенка нету косметички. 154 сумки, 275 рюкзаков, 524 тетради. Уточку я с белой уточкой поместила. Взял хорошо. Ну все, ребятки, я еду на день рождения. А на сегодня всем пока-пока. Кому понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Малыш Эды. Всем пока-пока.